Привет, друзья! Прекрасная сегодня погода. Вот, мы с Лаки гуляем. Вот. Вот тут вот столбик, и ко мне приехал мой детеныш. Это мой детеныш. Да, Настя. Да. Вот животное прозрачное. Она уже здоровая. Ей 13 лет. Вот она приехала ко мне на каникулы. Она стейшн. Пойдем на море гулять. Лаки мороженое кушает. Продажница. Да, Настя сейчас может ее мороженкой угостить. Сегодня погода у нас очень теплая, хорошая. Значит, что у нас тут происходит? Мы выходим на улицу Школьную. Здесь стоит манипулятор большой. Траго. Что-то там написано. Над морем большое облако какое-то. Так, ну что, Настя? Идем потихонечку. На Школьной вот. По Школьной. Школьная сейчас пустая, но несколько человек есть. Лайки сходила как? Готовят кафешки, да. 3+2. Вот тут уже ставят всякие прибамбасы внутри. Волшебные булочки, Беладжо. Ну все говорит о том, что весна наступает. Наступила, вернее. Ну уже ж март. Ага. Лаки тормозит. Ей мороженку дают. Настя, мороженое еще есть? Настя, где ты? Настя, где ты уже вот здесь вот вымазалась? Вот. А, это я попробую. Настя. Настя, посмотри впереди. А где это, Настя? Это побелка, что ли? А в чем? Что у тебя под курткой есть? Футболка. Какой ужас. Сейчас домой придем, придется стирать. Не чистее, а чище. 13 лет. Настя, пора бы уже знать. А вот Валера едет. Настя, Валеру узнаешь? Вот Валера едет. Да, привет, Валерич. Привет. Да. Ну что, будут в этом году сиглые, нет? Не знаю, я не работаю. Я... Куришь, да? Куришь? Пачка сигарет торчит. Я подержу. Сейчас. Все, Вася, в магазин сразу. А зачем тебе 10 рублей? Жвачку хочу. Жвачку. Подожди, дай мне Чубаку. Дай мне Басю. Магазин сразу тянет. Да. Так, друзья, ну вот такая вот у нас прогулка получается. Пойдем сейчас дальше на море. Настя хочет жвачку какую-то там вытянуть. Настя, они, наверное, с прошлого года там. Жвачки эти. А ты сейчас будешь ее есть. Настя, она не с прошлого года лежит? Да, конечно. Всю зиму, наверное, стояла. Охлаждалась там. Прохлаждалась. Ну, конфеты-то теплые. Ага. Вот, конфеты-то мне нет. Привет, рука занята. Здрасте. Да, привет, привет. Да, а что ты такой весь цветной? Работа такая у меня цветная. А, что ты делаешь? А что это у тебя там такое? А, пакеты мусорные, да? Там,
гладко выбрит, слегка вмазан. Да, не, это у меня еще пушка. На боку топор привязан. Ну да, это очень хорошо. Да, сапоги у тебя мощные. Лаки, отдай. Это у меня детеныш приехал. Да, она просто продажная, на мороженое реагирует, я ей мороженое. В смысле продажная? Ну вот, а что ты... Настя, она не продажная, она просто любит мороженку. Она любит, да? Да, это мой детеныш. Анастасия. Она как Гесси, да? А? Собака. Собака как Гесси, да? Не понял. Да у меня ноги. Собака как Гесси, да, повышает? Лаки. 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 Очень вкусно. Так еще и моя любимая, арбузная. Арбузная жвачка. Очень вкусные попалась. Жвачки. Настя, ты смотри на дату производства. Там 43-й год, по-моему, написан. Ну, ты думаешь, они еще во время войны сделаны, что ли? Ну да, второй год войны. А ты что? Апрель 43-го. 41-го началось, а ты говоришь про 42-го, про 43-й. Нет, дата производства жвачки, 43-й год. Что 43-й? Да. Что у нас там? Ветер, да, дует? Ага, кисленькая. Моя любимая. Чё ты там хочешь, Лаки? Прёт как настоящая. Парк Малибу. Так, друзья, у нас сегодня такое вот прогулочное видео выходит. Снимаю всё, что происходит. Поэтому, ну, как бы... А, ты щекотишь жирафа? Да, снимаю все, что происходит, поэтому, ну вот так, как есть, так и есть. Давайте. На, Чубасю, иди. А я буду без Чубаси. Человеческий детеныш. Побежали. Две жучки. Приехала она ко мне до пятницы на неделю. Вчера приехала. Так, на набережной есть несколько человек. Вот здесь вот сидят в кафешках. Вот. Дальше. Там гуляют, тут гуляют. Так, на море штормик. Ветер ты южный. Лаки на лапу не наступил. Нет, она... Это... Лаки, сюда, Лаки. Ну пусть пьет, она с лужи пьет всегда. С лужи самая вкусная вода. Вот, Одиссей. Пошли, Лаки, еще по... Там две собаки. Насть, ну ты же видишь, она... Не тяни, пожалуйста. Она любит там море, я знаю. Да, она знает тут все. Штормик, ребят. Тут какие-то физические упражнения происходят. Вот. Что-то. Полежи-ка по плаке. Настя, подожди, я показываю физические упражнения. Вон там происходят. Что-то тренируется. На море шторм. Привет, привет. Так, друзья, продолжаем. Море покажу вам. Вот. Сейчас, Настя, подождите. Так, сегодня легкое волнение, штормик. Санаторский пляж, центральный пляж. Легкое волнение, не назвать это сильным штормом.
Ну, просто такой чисто чистый волнительный процесс. Обалденно. Сегодня оказалось, что это вот йоги приехали, йогой занимаются, разминаются люди. Какая-то йога. Вот такая вот у нас сегодня погодка, друзья. Тепло, градусов 15, температура воды где-то 9-11 градусов.